Добрый день, чудесно видеть всех снова. И так замечательно, что у нас есть такая возможность напитаться Словом Божьим, правда? Не у всех такая возможность есть, верно? Я ехала и смотрела на людей в метро. И знаете, недаром Бог дал нам зеркала, правда? Знаете, для чего? Чтобы мы смотрели с них по утрам. Что женщины делают? Да, зеркало. Да, раз. Значит, ну, там, волосы поправить, там, губы накрасить, ну, как бы, чтобы выглядеть. А мы тоже иногда смотримся, не часто, но смотримся. Поэтому зеркало хорошая вещь. Ну, отражает нечто, верно, настраивает нас. Вот, то же самое, и мы можем посмотреть на человека, на лицо, в принципе, и увидеть состояние его души, правда? То есть лицо – это состояние души человека. И я рассматривал сегодня состояние душ, которые ехали рядом в метро. Но, честно сказать, особого назидания я не получил. Потому что, ну, много угрюмых лиц, печальных, да, депрессивных, волнующихся. То есть много разных оттенков, когда смотришь на лица. Поэтому я подумал, что, наверное, сказать, очень важно для нас отношения, верно? Потому что отношения созидает выражение. То есть, если у нас отношение такое, какое у Иисуса Христа, воскресшего, прославленного, победившего, который имеет жизнь, верно? То есть, жизнь истекает из него, радость. То его лицо, оно немножко другое, правда? То есть, не такое, какое мы видим, ну, в метро, в транспорте. Поэтому я подумал, что это интересная вообще такая мысль. Да? Давайте откроем со мной Евангелие от Матфея, 17 глава. И Иисус Христос на своем лице несет жизнь, несет радость, несет прощение, несет исцеление, несет любовь, несет созидание, несет... Знаете, можно здесь... Да. То есть очень много оттенков. Другими словами, на его лице не увидишь депрессии. И это очень важно. Потому что сегодня очень много наши лица отражают такое депрессивное состояние. То есть в его лице этого нет. А если посмотрим более точно, то мы увидим. Давайте глянем. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и повел их на гору высокую одних. Я подумал, почему именно взял он троих, а остальных оставил? Но я думаю, что он меньше любил остальных, правда? То есть должна быть была какая-то причина, почему он взял троих. Я думаю, потому что они более расположили, это предположение, более расположили свое сердце. Иоанн... Иисус назвал, что это ученик, которого любил Иисус. То есть, он возлагал свою голову на его грудь, полагал, вот это близость, да? То есть, Иаков брат, да, Петр импульсивный, но он говорит, Господи, если ты идешь по воде, ну, а я что же хочу? Он говорит, так а что ты, иди. И он вышел и пошел, понимаете? То есть, вот эта вот близость, эта открытость, это такая непосредственность отношений вот этих троих, я думаю, именно вот это и приблизило их к Спасителю. И дальше говорится, и преобразился перед ними, и просияло что? Давайте вместе скажем. И просияло лицо его. Как солнце. Как? Как солнце. Как в метро в Петербурге. Нет, понимаете, то есть там не написано, что его лицо просияло, как людей в метро в Санкт-Петербурге. Нет, такого не написано. Сказал, просияло, как солнце. А солнце, когда восходит, знаете, когда же просто хорошо становится, правда? Вот встаешь с утра, и в окне солнце, и снег блестит, и солнце сияет, и облачка нет, и на душе думаешь, о, хорошо как, правда? Поэтому, ну, подумайте, у нас есть привилегия больше, чем это. Мы можем всегда размышлять о лице кого? Иисуса. И он преобразился перед ними, его лицо воссияло, как солнце, а одежды его сделались белой, как свет. Вот это мне нравится.
То есть это с вами наша перспектива. То есть вот Иисус описывает нашу с вами перспективу. Но и у нас есть такая возможность эту перспективу начинать практиковать, знаете, по вере. По вере, потому что его лицо, оно не поменяется. Оно только будет более отражать свет. И в Писании где-то написано о том, что его сияние превышает даже свет солнца. Знаете, в первой главе Откровения, 17-18 стихи, там описано, что то же самое говорится, что его лицо сияет, как солнце. Это наше с вами будущее. Правда хорошо? Да. Поэтому, знаете, куда я смотрю, то я и отражаю. Поэтому давайте чаще смотреть на аспект завершенной работы. Потому что он сказал, я сделал, я пролил кровь, я заплатил. И давайте с вами посмотрим на послание к Колоссянам. Это удивительная вещь, знаете, удивительная вещь. Почему? Потому что он и сегодня, и завтра, и, Библия говорится, навсегда не поменяет, и его лицо будет сиять жизнью. И он нас приглашает в это сияние. И в Колоссянам, посмотрите, что написано. Говорится, что... Кто уже открыл? Я всегда открыл, да? Послание к Колоссянам. Стих 26, первой главы. Здесь говорится, тайну, сокрытую от веков и родов, сейчас открытую святым его. Кому открытую? Святым. А вы кто? Святым. Я кто? Понимаете? То есть, значит, это мы с вами, да? А в чем тайна? А которым, то есть святым, благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть что? Христос? Вас. Упование? Славы. Славы, знаете, то есть другими словами, Он в нас, и Он хочет просиять так же, как солнце, только через наше с вами лицо. Понимаете? Вот какая идея. Он в нас, и он говорит, послушайте, то есть я понял одну вещь. Я ехал в метро и размышлял. Знаете, если бы мы с вами были на 100% убеждены, ну вот как бы, то есть убеждение 100%, что мы смотрим на человека и думаем, вот то, что человек как бы живет вот так или делает каким-то образом, то это точно не воля Божья. Вот мне даже молиться не нужно, просить Бога не нужно, сомневаться не нужно, я знаю точно, что это не воля Божья. Я прихожу к человеку, говорю, слушай, во имя Иисуса, вот так надо делать, 100%. Это его воля, я даже молиться не буду. Знаете? То тогда наверняка жизнь бы этого человека изменилась под тем влиянием или тем отношением, с которым бы, ну, как бы человек подошел, имеющий это убеждение, к другому человеку. Правда? Потому что мы все друг на друга что влияем? Да? То есть в разговоре, сказать, в общении. То есть мы имеем влияние друг на друга. Но так важно, чтобы мы согласились и несли этот свет, эту любовь, это отношение, которое имеет Иисус. И чтобы на нашем лице воссиял Его свет по Его благодати. Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь.